Итак, друзья, с вами вновь Раша Нидзука, и мы продолжаем играть в сектор 8 Prejudice. Мы прошли тренировочные задания, теперь у нас начинаются реальные миссии. Наш лагерь разбомбили в начале игры, и мы куда-то вот высаживаемся теперь. Ого, у меня теперь уже какая-то винтовка. Так, ближний бой тут он показывает. Становится интереснее. И смотрите, графика довольно-таки-то неплохая в игре. И пространство довольно-таки большие. Так, что у нас есть? А, есть штурмовая винтовка. И есть снайперская винтовка. О, с помощью ножа можно сделать фаталити. А у меня сейчас нож уже стоит. Круто. Сейчас мы сделаем фаталити. Это фаталити был? Что-то тут про ручные, про автоматические фаталити было. В общем, я нажал автоматически. Нужно разобраться. Не, смотрите, вот мы вышли на природу, и как-то игра сразу преобразилась внешне. Как-то красивее стало. Какого черта? Смотри туда! Какие-то корабли противника, видимо, там. Там бункеры какие-то стоят. Объясняет, как они держат это место от наших сенсоров. We need to disrupt those jamming arrays. Take the high road for stealth. Captain, if you can get to that bunker on our right, use your sniper rifle to cover me and I'll deactivate each jammer. Так, я должен прикрыть его с помощью снайперской винтовки, пока он там какую-то диверсию проведет, видимо. Well, now somebody has to get their attention. Got it. Так, как я должен его прикрывать? Well, that depends on you now, doesn't it, Captain? Что-то я нажал не то. I just hope you're better at sniping than you are at obstacle courses. Интересно, более близкого приближения нету. Как-то мелковато для снайперки. Сканирование происходит. Может, мне туда рвануть надо тоже? Звездат на карте стоит в той стороне. Особо-то и не спустишься вот здесь только если. В принципе, да, я могу и отсюда прикрывать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Да-да, вот поближе я подхожу, что отсюда можно будет прикрыть нормально. Снимать противников. Что это такое? Почему я не попадаю? Это свой, что ли? Ёп. Вот. Березка. Так. Меня уже мочат тут. Причем уже довольно-таки изблизи. Прицел, вещь классная. Нет, это враг. Вот почему я в него попасть не мог? Что за бред? Какая-то невидимая стена была. Вижу еще противник. Готов. Так. А, ну что, все очистили? Мне нужно, видимо, занять позицию наверху. Так, ага. Он там что-то взламывает. А я прикрываю. Еще противник появился. Присесть. Мешал бы иногда и присесть. Ай, просрал прицел. А, кружок присесть, отлично. Так. Что там носится? Где мы видим еще врага? Вот он. Сейчас бы автоприцельный пригодился, но я его, заразу, протратил.
стенку в башню. Отлично. И этому давай. Ну-ка, еще раз. Есть. Зараза, мне кто-то все постоянно попадает. Вот, наверное, вот это. Готов. Так, кто тут еще есть? Вроде карта ничего не показывает. Давай, друг, долго ты там будешь взламывать? Ну, что встал-то? Не ждет, пока я на другую позицию перемещу, что ли? Ух ты, там врагов немерено. Готов. Перезарядимся. Кто тут еще есть? Опа, трофей. Natural 20. Что, 20 врагов я завалил, что ли, за все это время? В принципе, похоже на то. Ох. Враг все звереет и звереет. Да, жалко, что с одного выстрела не получается убить все это силовое поле. Сначала надо его сбить, получается. Ну-ка. Не, никак с одного не получается. Жалко. Снайперкой было бы прикольно, конечно, убивать с одного выстрела. Может, потом помощнее появится какое-то оружие. Так. Там врагов уже много накопилось. Давай быстрее перезаряжай, блин, как мало патронов-то в обойме. Так, готов. Давай, друг. Дай мне пройти эту игру. Точнее, эту миссию. Всю игру пройти, это не так-то просто. На самом деле. Не уверен, что я смогу это сделать. Потому что я не очень продвинутый игрок, так скажем. Что, еще враги появятся, нет? Сейчас надо начнет взламывать, они еще побегут. По стандартной традиции. General Stone, do you copy? Ага, все, он сделал все, что нужно. We've trailed Commander Thorn to a secret outpost and knocked out their static camouflage system. Roger that. Getting our first readings now, but. Короче, взломали мы их пост. That is no outpost. It's an entire military base. And it spans several miles of Arctic Canyon. Looks like we're gonna need some heavy artillery. Sending in a supply depot to your location. I'm reloading. Так, пока базарит, можно перезарядиться. New gear variants available. Автомат у нас заряжен. Now так, теперь нужно взять ракетницу где-то. Так, по-моему, она крестиком обозначена на карте. Сейчас мы ее возьмем. Классно, да, когда можно на крышу залететь? Не просто ходить где-то по лесу. Это здорово. Это меняет геймплей. Делает его более разнообразным. Так, выбираем выгрузку. Вместо снайперки, наверное, мы возьмем... Где она? Вот эта ракетница, да? Отлично, взяли. Значит, сейчас будет какая-то крупная техника, раз нам дали ракетницу. Где бы засесть-то поудобнее? Это пока не техника, это пока рядовые враги. Наверняка сейчас кто-то приедет. Как-то я и так цепляю. Кто тут пробрался? Иди сюда, эти фаталити сделаю. Где ты там? Сука. А, блядь, надо нож выбрать. Я не General, what are your orders? I need you to stay on Commander Thorn. Picking up an ammunition convoy headed toward his position. Move in to intercept. Да, какой-то конвой с оружием двигается.
Вот, видимо, сейчас его мы и будем взрывать. Так, надо дальше надо пробраться. Так, погнали! А, черт, вот препятствия разные останавливают мой бег. И это нехорошо. Классно, классно сделано. Бежит он классно. Бомбят нас. Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Ага. Ну, против кого мы сейчас будем ракетить? Выстрелил нужно. В принципе, наверное, два. Слава боже. Нифига. 4 заряда где-то потребуется. Черт, мне сейчас гасанут. Какие-то темпы. Травка выросла на глазах. Это болезнь всех, наверное, игр на консолях с открытым миром. И все предметы вырастают на глазах. Так, сбили поле, быстрее, блядь, перезаряжай. Еще. Напал, походу. Ну еще выстрел, давай, перезарядка. Так, осталось один. Одно транспортное средство взорвать. Эй, кто такой тут, блядь? Выснулся тут, блядь, бродяга. Блядь, далеко уехал, сука. Попадает. Второго поля мне, по-моему, уже нет. А, есть, есть. Для жизни пока. Когда силовое поле у меня целое, жизни мои не отображаются, потому что они как бы не тратятся. Этот момент. Кто там еще есть? Ну, там турель стоит. Ее тоже снести нафиг. Вот там ракетку засандалить в бункер, а? Так. Взломать у них надо систему защиты. Это надо замочить сначала всех охранников. Блять, как ты засели, сволочи, хрен наберешься. Ну, в принципе, правильно. Это в бункер так и стоит. Добраться. Готов. Черт, тут еще один. Ай, блин, я сейчас сдохну. Так, давай, давай, передохни, парень, передохни. Да вот, пускай напарник там всех мочит нахер, че он там бегает просто так. Пушки свои машет. Так. Есть. Еще двое. Блять, как за перезарядка. Есть. Что-то пикает где-то. Что-нибудь взорвется нахер. Так. Опа, там стрелки. Really? Now the alarms go off? Bad news, Captain. Armed deep space probes just spotted our fleet ships on approach. У вас тут, а? Мы вдвоем вас порвем, как щенков. Shield offline. Щит, щит. Так. Блин, надо свалить. Установиться. Пережду здесь, если кто не вылезет. Так. Попробую справа обойти, что ли.
Че ты там возишься, блядь? Не можешь парочку дохляков завалить? Иди сюда, чел. Это фаталити, они зрелищно делают. Показали план, как я его режу. Кишки спарываю. Ага, тут еще двое. Ну что? Не ожидали, суки! Готово. Осталось только взломать защитную сеть. А вот она там находится. Так. Ой. А враги-то еще появляются, появляются. Их много, елки-палки. Так. Турель. Блять, это не дело. У меня же есть ракетница. Вот это здорово. Это я понимаю. На! Кто там остался? Последний из магикан. Все. Тут что-то краснеется еще, я вижу на датчике. А, вот там. Какой-то лох остался. Так, куда добраться-то? Все, готов. Так, вот это взломать нужно. Злодеев между собой. Тут, видимо, какие-то идут такие сюжетные перипетии. Тут кто-то кого-то подставит, еще что-нибудь. Чем хрена разберешься просто так. Ну, наша задача простая. Иди всех валить. Кстати, в этой игре еще есть онлайн, и я обязательно покажу вам, запишу несколько выпусков онлайн мяса. Это, я думаю, будет интересно посмотреть. Так, что ты тут носишься, блин, я что за ним тут увязался? Там дальше надо двигаться. Ух ты, кто тут стреляет? Откуда такие смельчаки нашлись? Так. Там у нас можно будет сменить оружие. Кстати, по-моему, он еще и пополняет запасы полностью снаряжения. Что у нас там можно сменить сейчас? В принципе, меня все устраивает. Тут какие-то апгрейды еще есть. Так. Добавить апгрейд. Ладно, все, в принципе, используем. Могу просто раскидать тут разные. Ну, маловато апгрейдов, смысла пока нет. Что с ними делать?
приближаемся к концу этой миссии. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, где там граната? Так, вот тут, конечно, только не пришел. Ну, ладно. Так, это тоже хорошо. Так, меня тут гасят. Надо где-то запрятаться, засесть. За бугорком зайдем, что ли. Засесть. Так, подождем, Майлз, подождем. Сейчас пойдем, не ссы. Перезарядочку. Вот отсюда, я думаю, будет даже удачнее пойти. Так, стоп. Пойти-то можно вообще? Ну, можно. Так, ну-ка гранатку шмальну. Пал, нет. А еще этот, блин, джетпак устанавливается. Суки, блядь! Блядь! Мать его! Миссия провалена. Вот такая беда случилась. Блин, хотелось бы пройти. Это самое начало игры, я тут уже вафлю. Все-таки... не так простая игра, нужно немножко тут пособраннее играть. General, так, здесь. Недалеко. А все-таки будет сейчас тогда, наверное, снайперку взять. При выгрузке. We need to destroy their fleet. Agreed. Sergeant Graves, suggestions? Так, с первого раза в этот раз турели получилось. My pleasure. I'll talk you through sabotaging the shipyard. Head over there now. Grenade out! Получи. Сейчас возьму все-таки снайперку. С моста постреляю этих уродов. То есть не с моста, но перед обрывом. Так, миссил лаунчер. Снайпер райфла. Выбираем. Есть. Так. Сейчас. Погнали. Снайперка сейчас получится отлично и загасить всех. Жалко, что между выстрелами очень длительное расстояние. Промежуток времени, точнее, длительный. Но зато все гасятся, валятся без проблем. Так, вот сверху чувак. Так. Не, ну снайперка это да, другое дело. Ну, походу сразу звали. Вообще отлично. Так, нам куда? Нам туда, на ту сторону едем. Полетели. Давай, прыгай. У меня тут собака чавкает, если что, услышите эти звуки, то не обращайте внимания. Так. Очень нравится мне в играх такие снежные локации с деревьями, с природой. Что-то похожее есть лес в Red Dead Redemption.
fleet could track Thorn's beacon while we deal with the shipyard. Цветовая гамма похожа. Ну что тут? Ну хоть что-то противопоставить мне. Турель. Против турели хорошо ракетницу использовать. Хотя попробуем снайперки. Может тоже не стрелу, да, неплохо. Сейчас от нее ничего не останется. Готов. Второй. Второй. Видимо, все-таки можно нормально прицелиться в голову. Можно завалить с одного выстрела. Так. Что тут у нас осталось? Целая локация еще новая открывается. This place is essentially a carbon copy of an early USIF refinery. And that's a good thing, yes? Very. Basically, it's a two-part process. Неплохо смотрится. First, destroy the safety valves. Then push all that fuel into the pipeline. Так, ну все, задание появилось на карте. Чекпоинт, чекпоинт. Ну, на этом этот летсплей, я думаю, стоит прекратить, потому что мы достигли чекпоинта. Сейчас раз начну отсюда, то это надо задать. Видео растянется очень надолго, а это не очень хорошо.